Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем ангелочка. Делается немного сложновато. Эта модель у меня сделана из квадрата формата А3. Давайте возьмем квадрат и начнем делать. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Разгибаем. То же самое делаем. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Раскрываем. Переворачиваем на другую сторону лист. Вот этот угол закладываем на этот угол, складываем по диагонали квадрат. Этот угол закладываем на этот угол. Раскрываем. И теперь у нас получается стандартная обычная заготовочка, вот такой треугольничек. Наведем по центру линию сгиба. Вот эту линию закладываем по центру. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны. Центру. Отгибаем. Наведем линию сгиба. Раскрываем этот треугольничек. И убираем вовнутрь его. Сначала таким образом, и потом закрываем. То же самое делаем с другой стороны. Раскрываем треугольничек. И загибаем вовнутрь. Получается два таких кончика. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. Эту линию по центру. Проглаживаем эту линию к центру. Проглаживаем. Наведем линию. Раскрываем. И то же самое делаем. Раскрываем. И у нас получается заготовочка. Вот эту линию закладываем на вот эту линию. И проглаживаем до центра. Это у нас получается линия сгиба. То же самое делаем с другой стороны. Эту линию закладываем наверх. Проглаживаем. Наведем линию. Закрываем треугольничек. У нас вот таким образом получается. Теперь берем один край, отгибаем. И у нас получается, отгибается от краешка до центра.
Вот это наша линия сгиба. Отгибаем, чтобы вот этот угол у нас был до сюда. Проглаживаем. И теперь этот уголок отгибаем в другую сторону. И смотрим, чтобы этот угол и этот угол были на одной линии. Проглаживаем. Переворачиваем нашу заготовку на другую сторону. Делаем то же самое, эту линию на эту линию. Проглаживаем. Наведем линию сгиба. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Наведем линию. Прогнем. Отгибаем этот край бумаги. Здесь мы разгибаем до конца. Здесь мы до угла. Проглаживаем. Наведем линию сгиба. И теперь точно так же мы этот уголок возвращаем сюда. Но у нас здесь бумаги не хватает, поэтому мы толкаем складку. Направляем. Проглаживаем. Вот у нас получается такая заготовочка. Здесь подвернем. Вот здесь у нас раздваивается. Это у нас отгибается. Вот такая заготовочка должна быть. Отгибаем крылышко. И вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Раскрываем и убираем вовнутрь. Наведу линию сгиба. Раскрываем и вовнутрь. То же самое делаем с другой стороны. Отгибаем. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Наведем линию. И точно так же отгибаем и закладываем вовнутрь. Проглаживаем. Прижимаем. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Наведем линию. Раскрываем. И вовнутрь. То же самое делаем с другой стороны. Наведем линию. Раскрываем. Загибаем. Вот у нас получается такая заготовочка. Нам необходимо ориентироваться по вот этой юбочке. Кладем так заготовку. И теперь закладываем вот этот угол к этой точке. У нас линия сгиба. Закладываем. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны.
Этот угол закладываем к этой точке. У нас получается на пересечении вот этих линий. Закладываем. Проглаживаем. Отгибаем край бумаги. Отгибаем этот треугольничек. Проглаживаем до середины. Вот у нас одна линия. Проглаживаем здесь. Точно так же раскрываем. И теперь толкаем. Прижимаем. Вот у нас получается линия сгиба здесь. И этот угол закладываем на этот угол. Закрываем. Это будут руки у ангела. То же самое делаем с другой стороны. Раскрываем. Наведем линии сгиба с одной стороны. С другой стороны. Прижимаем. Этот угол закладываем на этот угол. Вот эту линию закладываем на вот эту линию загиба. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Вот такая у нас заготовочка. От этой точки до вот этой точки, получается на пересечении, проведем линию сгиба, наружная будет у нас. То же самое с другой стороны, на пересечении вот эта точка, на пересечении вот эта точка, проведем линию. И теперь вот этот треугольничек загибаем вниз по линии, проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны, по этой линии загибаем, проглаживаем. Немножко раскрываем и будем загибать, у нас получится линия приблизительно будет проходить вот здесь. Линия сгиба. Загибаем. Вот у нас получилось вот так вот. Линия зашла. То же самое делаем с другой стороны. Раскрываем. То есть мы, получается, вот эту линию закладываем вот сюда, по вот этой линии, закладываем, проглаживаем и возвращаем обратно, проглаживаем. Вот таким образом. По этой линии, по направлению, проведем линию сгиба до центра. То же самое делаем здесь по направлению, проводим до центра. И от этой точки до этой точки проведем еще одну линию. Тоже будет линия сгиба. По этой линии мы загибаем вперед на себя.
проглаживаем. А по этой линии мы загибаем наружу. Вот с одной стороны проглаживаем. Теперь с этой стороны прижимаем, проглаживаем. Опускаем руки, вот этот угол ложится у нас на эту линию. Вот таким образом. У нас получается, мы немножко опустили. То же самое с другой стороны. Этот угол закладываем по этой линии. Проглаживаем. По вот этой линии загибаем руку в одну сторону. То же самое делаем здесь. По этой линии загибаем в другую сторону. Складываем вместе. Ориентируемся по вот этой линии прямой. Здесь мы будем сгибать. Согнули с одной стороны, с другой стороны. Немножко отступили. Чуть-чуть. И здесь чуть-чуть. И загибаем в обратную сторону. Вот таким образом. И здесь загибаем в обратную сторону. Вот таким образом. Теперь нам здесь необходимо сделать, чтобы руки не распадались. Нам здесь надо сделать маленький крючочек. Для этого мы загибаем вот так вот немножко. Наведем линию сгиба. Раскрываем. Выворачиваем его вовнутрь. Здесь мы раскроем с нижней стороны и выворачиваем. Вот такой крючочек. И теперь, когда мы руки вместе соединяем ангелу, получается, этот крючочек мы заправляем сюда вовнутрь. Закладываем. И вот они у нас держатся, не распадаются. Это мы в конце уже сделаем, подровняем. Теперь будем формировать крылья и голову. Пока раскроем здесь, чтобы мы не повредили крючочек. Эту линию закладываем на эту линию. Формируем голову. Проглаживаем. Наведем линию сгиба. Эту линию закладываем на эту линию. Наведем линию. Таким образом. Берем вот это расстояние, делим на 4 части. В моем случае получается здесь 68. Мы ориентируемся от этой точки до этой точки. У нас получается 68 сантиметров, приблизительно по 17 миллиметров. 17, 17, 17, 17. И то же самое делаем с этой стороны. Точно так же ориентируемся от этой точки до этой.
делим на 4. Тут чуть-чуть меньше, но это роли не играет, плюс-минус. Миллиметры ловить не надо. Получается, это у нас 0, 1, 2, 3 и 4 последние. Берем расстояние от этой точки до этой точки. Точно так же делим на 4. В моем случае получается 58. Это приблизительно по 14. Отмечаем 14, 28. 14 и последнее 14. Соединяем эти точки. Здесь у нас немножко не доходит. Здесь у нас доходит до конца линия. Здесь у нас тоже доходит до конца. И последняя линия. То же самое делаем с этой стороны. От этой точки до этой точки делим расстояние. Тут чуть-чуть больше 14, где-то 14,5. Вот так вот. Четырнадцать с половиной. Точно так же приблизительно не доходим немножко. Здесь у нас доходит до конца линия. И здесь сделаем вот так вот. Это у нас будут внутренние линии. Теперь мы отступаем здесь немножко приблизительно на глаз, по чуть-чуть. Вот роли не играет, сколько мы отступим. И это будут у нас линии уже наружные. Ориентируемся от этой точки до этой точки. Проведем линию. От этой точки до этой точки проведем линию. А здесь мы немножко отступаем, чтобы здесь расстояние было небольшое. И вот так вот проведем. И последнее, тоже чтобы здесь было небольшое расстояние, то же самое делаем с другой стороны. На глаз мы отступаем немножко, от этой точки до этой точки ориентируемся, от этой до следующей. Здесь мы немножко отступаем, чтобы было пошире. И тут немножко отступаем, загибаем. Черным цветом это у нас наружные линии обозначены. Даем направление. Прижимаем. А вот это у нас красная линия, это у нас внутренняя линия. Мы ее в другую сторону загибаем. И теперь получается, можем прижать. Теперь сформируем авиончик.
То есть мы, получается, так вот соединяем, проглаживаем. И то же самое делаем с вот этими остальными, со всеми линиями. Одна наружная, черная. А красная будет внутренней. Прижмем. Внутренняя линия. Прижмем. Соединяем. Проглаживаем. Следующая. Наружная. Прижимаем. Внутренняя. Прижимаем, соединяем. Проглаживаем. И последняя здесь. Две линии. Точно так же наружные. И внутренние. И точно так же на хлюстик делаем. Теперь мы здесь подогнем. Сделаем объем. Соберем, прогладим. И вот такое у нас крылышко получается. То же самое делаем с другой стороны. Здесь делаем то же самое, проглаживаем точно так же. Сделал второе крыло точно так же, оперение. Теперь мы сформируем голову. Для этого мы берем один, отодвигаем. Берем за два краешка бумаги. С другой стороны точно так же. Раздвигаем посередке, берем за два. И тянем в разные стороны потихоньку. Вот таким образом. Вытягиваем. Вытягиваем. Здесь мы ориентируемся приблизительно вот так вот, чтобы было раскрыто приблизительно. И теперь вот эту линию мы просто опускаем. С одной стороны есть, теперь делаем то же самое с другой стороны. Раскрываем. Прижимаем. И здесь пальцами прижимаем. Получилось у нас вот здесь. И с этой стороны прижимаем. Можем немножко здесь сформировалась линия, чтобы не распадалась у нас. Теперь нам необходимо здесь расправить таким образом, чтобы эта складочка сюда ушла лишняя. Вот таким образом. Опускаем. С другой стороны точно так же. Даем направление. И она ляжет куда надо. Просто сейчас надо дать направление.
Еще немножко шире. Так, еще шире. Вот таким образом. Складочка лишняя ушла. У нас получился такой полукруг. То же самое делаем с другой стороны. Сгоняем эту складочку. Немножко раскроем капюшончик и сгоняем складочку за крыло. Таким образом. Вот такой у нас капюшончик получается. Ориентируемся от этой точки, которая у нас получилась, и приблизительно под наклоном, что было, вот таким образом, с одной стороны и с другой стороны, сейчас согнем линии сгиба. Загибаем. И у нас формируется уже голова. Прижимаем. С другой стороны делаем то же самое. По этой линии загибаем. Прижимаем. Капюшон немножко можем вперед, чуть-чуть. Вот такая голова у нас получается. Наши линии сгиба. Сгибаем здесь. И у нас здесь получается складочка. Вот так вот приблизительно. Вот это. Чтобы у нас здесь было... Очертание такое, то же самое здесь. Складочку. Она у нас и объемчика добавит. Соединяем руки. Немножко здесь вот так вот сгибаем чуть-чуть. Соединяем. Вот у нас получается такой ангелочек. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем такого ангелочка. Делается легко.